Башкирский привоз. Свинина на кости от 150 рублей за килограмм. А также в продаже домашняя птица, утка, гусь. Наш адрес: город Первоуральск, улица Ванера, 47. Снюсы – это препараты, которые содержат большое количество никотина. Содержание никотина в нем эквивалент 3 пачек сигарет. И чем меньше возраст ребенка, если он употребляет, вызывает побочные действия в виде головокружения, тошноты, рвоты, изменения сознания, вплоть до того, что ребенок не может адекватно оценивать ситуацию, он растерян, потерян, ему необходима экстренная помощь. Все эти препараты, они распространяются кем-то, и, возможно, тот, кто распространяет этот препарат, дает некую вводную установку, да, ты вот немножко потерпи, а потом-то тебе вообще будет здорово и интересно. И, скорее всего, дети в силу непонимания, незнания и неосознавания опасности могут вот на такую, так скажем, уловку, удочку покупаться. Как правило, это все в красивых оберточках. Оформлено как конфетки, мармеладки или как манбасье. То есть родитель, который не в теме, он может сначала этого и не понять, что ребенок такое носит в кармашке, откуда у него это появилось. Но в наше время все родители должны, конечно, проявлять настороженность в этом отношении и знать, с кем ребенок общается, есть ли у него денежки наличные, на что он их тратит, какие у него интересы и так далее. Потому что в наше время мы не застрахованы ни от чего. На сегодняшний день этот препарат законодатель не относит к категории наркотических препаратов. Скорее всего, этого не случится, да? Но это психоактивное вещество, это однозначно. Под запретом до 18 лет, это однозначно. Любые психоактивные вещества, они опасны тем, что они формируют физическую и психическую зависимость, требуют лечения, да? Во-вторых, это всегда риск каких-то индивидуальных реакций непереносимости. То есть на любом препарате, даже лекарственном препарате, мы можем столкнуться вообще с крайними какими-то ситуациями, смертельными, угрожающими ситуациями.